В воскресенье 2 марта опустели синагоги Израиля. Более 600 тысяч религиозных евреев со всех концов Святой Земли собрались в Иерусалиме на акцию протеста против правительства Нетаньяху, проводящего антирелигиозную политику и развязавшего настоящую войну против своих религиозных граждан. Ортодоксальные евреи протестуют против законов о насильственном призыве учеников религиозных школ. Новые законы предусматривают тюремное заключение за отказ явиться на призывной пункт по религиозным соображениям. Мирная акция сопровождалась молитвами и танцами. Евреи не унывают и с оптимизмом смотрят в будущее, надеясь на отказ правительства от законов, ущемляющих права религиозных израильтян.